Всем привет! Наступила осень, и мы начинаем обработку второй раз от клеща. Вот такая погода у нас стоит, снежок даже пролетает. Такая еще калинка, еще птички не объели. Рябинку тоже еще не объели, но уже птицы налетают и помаленьку съедают. Начинаем обработку. Вымеряем, вернее, палочки, как расположено гнездо. Набираем в шприц бипин. Развели 2 литра на 1 миллилитр. Бипин 1 миллилитр. Это вот небольшой домик. Семья небольшая, вернее. И вот так шприцом по 10 миллилитров на одну улочку. Ну, короче, одно деление на одну улочку. Проходим и закрываем. Ой, возле меня летает. Ой-ой-ой. И вот так закрываем. Вот так следующий домик. Вымеряем длину гнезда. Чуть поменьше. Чуть поменьше еще одну палочку. И по улочкам льем раствор теплый. Поливаем улочки этим раствором. Пчелкам, конечно, это не нравится, они злятся. Некоторые даже кусаются. Вот так обрабатываем гнездо пчел от клеща от воротоза. Обработка следующего домика. Начинают вылетать. Им не нравится это, что их открыли. Холод идет в дом. И еще льют непонятную жидкость на них. Такая обработка от клеща. Сначала ставили полоски, а сейчас второй раз обрабатываем бипином. Вот следующий дом. Плотненько сидят. Поливаем их душиком
чтобы не ел их клещик. Ложим палочки. А эти палочки еще служат нам, когда зимой они с рамки на рамку за кормом перебегают. Да, Леша? Да. Вот они еще для этого нам служат. Палочки. Все, и обработали. Тюрешек домой собрался, да? У нас побегает немножко. Замерзают, видать, лапки у него, носик замерзает, он домой бежит. Да, Рыжик, ты домой собрался? Домой собрался. Вот так в куртке мы прячем вот этот раствор, чтобы он был теплый. Открываем его. Куртка вот так. А это небольшой раек. Ой, тут пчелок вообще мало, да? Раз, два, три, четыре, пять. Пять улочек, что ли? А тут вообще их нету, да? Небольшой рой. Они там в глубине, вон, смотрю, сидят, а здесь их мало. Пролетает немножко снег у нас. Ну, совсем чуть-чуть. И накрапывает дождик. Все, облепиха. Маленько дособирать осталось. Следующий домик у нас на обработке. Накрапывает дождик. И закрываем домик. Крыса домой пришла, просится домой, да? Домой, говорит, не пускают. Тюрочка, не пускают тебя домой, да? Ну, сейчас пойдем. Всем, кому понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока!